Рынок бывших в употреблении запчастей активно развивается, что связано с желанием автовладельцев сэкономить. Приобретение запчастей у авторазборщиков обойдется в адекватную сумму. Для этого нужно зайти на доску объявлений, выбрать запчасть, связаться с продавцом и совершить покупку. Авторазборкой можно заниматься с небольшими начальными затратами, и конкуренция в этой сфере высокая. Преимущество такого бизнеса – это небольшой стартовый капитал, понятная и несложная работа по разборке автомобилей, много каналов сбыта, возможность работать с различными марками автомобилей, спрос на товар, окупаемость от одного года. Для организации бизнеса с нуля следует изучить рынок и найти помещение под разборку. Хорошим вариантом будет гараж с участком, который можно приобрести или арендовать. Площадь помещения со смотровой ямой, электроснабжением, вентиляцией и отоплением от 25 метров квадратных. Его необходимо оборудовать сигнализацией. Из оборудования потребуется электроинструмент, ручной слесарный, ключи для демонтажа, мультиметр, жидкости для очистки и смазки автозапчастей, стеллажи, шлифмашинка и тиски. Начальные затраты на открытие бизнеса будут следующие. Переоборудование помещения – $600-900. Покупка оборудования и расходных материалов для работы – $2200-2800. Рекламная продукция – $300. Оформление документов – $150. Постоянные расходы включают аренду помещения – от $10 за квадратный метр. Налоги – $150. Реклама – от $80-$100. Транспортная расходы 60-90. Наценка на запчасти составит от 50-40%. Окупится бизнес через год. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.